это наши зубры. Вот. Можно сказать, что это как бы общественная академия наук. То есть люди, которые, ну как сказать, создали наше садоводство. Именно, даже не просто хакасское, а именно саяногорское. Маленький анклав, который имеет абрикосов больше, чем вся остальная Россия. Так уж получилось. Извините, мы не виноваты. Я бы тоже там рядом стоял. Ну, я фотограф. Да и потом рядом с ними я говорю. Две книги Боднера. Сейчас я несколько слов о нем скажу. Я обязан сказать. Вот. Это он вырастил абрикосы из косточек культурные. Это он вырастил груши из семечек культурных. Вот. Самое высшее достижение для меня это его черешни. И когда я, почему я к нему вернулся? В прошлый раз я начал говорить о нем. Технический сбой. Напоминаю, почему звоню. Вы задали вопрос, сколько времени надо сертифицировать черешню. Получилось 5-6 месяцев, так? Это кукиш, который получил Левицкий, Бородич, Чижик, у которого был выдающийся сад, тоже на том свете, Боднер. Ну, то есть их обхаживали. Мы вам диплом, мы вам сертификаты, вы нам косточки, вы нам черенки. А там ниже я нарисовал кукиш, но это чуть позже. Вот. И я сказал себе, ребята, вы, конечно, никогда не увидите мои вот эти вебинары, я понимаю. Ну, кто-то вам скажет, из тех, кто видит, вот, что есть у нас великие люди. Вот. И вдруг кто-то, как тот Чапай, скажет, Александр Македонский, выдающийся полководец, почему, не знаю. Но тому интересно было. А вот теперь смотрите несколько фотографий нашего великого Боднера. Это наша вот эта черешня, она еще жива. А вот черешня, которая была 15 метров в высоту и внизу диаметр метр, у нее 400 участок. Вот. Много чего обещали. Самое страшное, что этот труд, а ему уже где-то 75, примерно, боюсь наврать, пропадает зря. Как крутейший склон, почему я говорил, черемушки первые освоили самое лучшее в мире сады из сорта образцы из-за крутого склона. Ну как вот может эта черешня, я специально сфотографировал, сгнить? Нет, вот вернуться обратно, помните эту яму дебильную?